Привет! Сегодня делаем аппликацию «Пасхальная корзинка». Понадобится два оттенка цветной бумаги, ножницы, клей и пластилин. Из желтой бумаги сделала заготовку нашей корзиночки. В этот разрез будет вставляться само яичко. Из зеленой бумаги сделаем заготовку прямоугольной формы с двумя выпуклостями. Теперь сделаем ряд надрезов. Резать нужно не до конца. Оставшуюся полосочку мы будем наклеивать на нашу желтую корзиночку, а края надрезов завернем, используя карандашик. Декорировать корзинку будем пластилином, используя кружочки и жгутики разных ярких цветов. Вот и все, наша корзинка готова. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте ваши лайки, пишите комментарии. Пока-пока!